Вот она, наша блудная курочка опять ходит здесь, а? Ой, что я вижу? Что я вижу? О, видели? Вон она уже. Нырк. Знает, ведь сейчас я ее гнать буду. Знает. Ой. Вон, видите, что? На калиточку залетела. Давай, давай, голубка моя, иди. Опа. Вон она, помчалась. Ох, какая девчонка. Я что хотела показать-то? Ой-ой-ой. Это уже прогресс у нас. Ну, наконец-то, где-то там рядом ходят. Вообще, я что хотела сказать-то? Заложили мы яйца в инкубатор. И я их все надписала. Какие яйца Матильда, какие гагарочки. Ну, Матильда у нас с этим, с Гошкой живет давно уже. Вон они лежат там за кустиками. Вон они. А это вот гусь и гагарочка. Гусь-то у нас молодой. И вы знаете, что у гагарочки-то нету оплодотворенных яиц. Вот ведь какая проблема. Прям проблема ведь. Пришлось нам выложить все яйца этой гагарочки. Все они пустые. Очень жалко. Гусак молодой ничего не смог сделать. Не умеет или еще что, ничего не могу сказать, не пойму. И вот мы хотим, чтобы они вместе ходили. Может быть, она все-таки сдружится с Гошкой. Ведь в прошлом году вроде как они ничего еще и дружили. Он, видите, он прям за ней ходит, гусь-то этот. А что толку? Они так хорошо, дружненько все, ладненько. Только мало толку. Это очень жалко. Ну, хоть гусак этот, Гошка не гоняет его. А то ведь все дни гонял, да так гонял прям. Драться не дрался, но гонял прям, гонял. Не давал прям покою, присесть не давал. А сейчас он сидит сам за кустиками. Вот он. С Матильдой сидит. Вот они. Парочка. Так, ну ладно, курочек пойдем посмотрим. Чем они у нас занимаются там? А ты что, красотка, одна здесь? О, и ты здесь? Побежала, побежала. А где остальные у вас подружки? А? Грязюка здесь. А где они ходят-то? Где они ходят-то все? Здесь, знаете. Так вот они уже там. Я вот с этой стороны сейчас зайду. Ну, зови, зови их туда. Она сейчас через калитку перелетала. Ну, заходи, заходи туда. Сейчас. А, они там уже ждут. Смотри, смотри, лезет под забор. Похоже. Они вот не все стоят здесь.
Ну-ка, сейчас я посмотрю, что он там. Ну, открывай тогда, что ли. Вот они, мои красавицы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас я побегу. Тихо. Ой, Петя бежит. Тихо. Вот они, блудни бегут. Цыпа. Лампочка. Я смотрю, как темновато стало. Вот она прибежала. Блудная девочка. О, хорошо, как сразу стало светло. Да не надо, они же на улицу ходили. Я им в обед давал. Комбикорм книги. Они тогда еще. Соскучились уже по комбикорму. Вот они, мои красотульки, петушок проголодался. А? А как их поймешь? Все, мне кажется, не все, там еще должны быть несколько. О. Нету? Здесь. Там гусей надо загнать. Еги! Идут? Еги! Ну, открывай те ворота. Вон, видите? Идут на место. Видите, какая горочка. Подержать двери. Ну, если что-то не идет. Тега. Ну, иди, Тега, иди эту Тегу. Ой, сейчас будет орать, господи. Иди, Мон, иди. Тебя Федя зовут, слышал? Он побежал. А эти ведь болтаются долго у нас. Вон, даже не шелохнулись. Тега, тегоньки. Тегушка. Гоша, иди скорее домой. Матильда. Тегушки. Ой, это важные. Что ты, господи. Да прям. Они даже не слышат, как будто бы. Командиры. Ну, ждут все, когда их... Слушай, а может они пускай походят подольше, откроют и оставим двери вот эти. Светло же еще, Толь. Смотри, вон они как хорошо травку ищут. Ладно, скажите. Там насыпем сразу, все приготовь, и пусть они поболтаются по улице. Смотри, ой, как хорошо ему. Ой. Он даже и не повернул головы. Как будто не его звали. Оставлю. Там мышата живут маленькие. Я два. Вижу. Где? Где у Гошки? Ну, маленькие. Бегаешь. Ловить надо. Тега. Ну идите домой. Нет, их сейчас с улицы, конечно, не загнать. Видите, какие они. Он непослушный, Гошка. Он сам себе на уме. Вот молодой гусак, видели, его позвали, он пошел.
А этот такой упертый. Ух ты какой, Гошка. Вот когда им самим захотелось, видите, как важно шагают. Гошенька. Наш Гошенька и Матильдушка. Ну давайте, давайте. Давайте. Вот видишь, как хорошо вам. Сейчас я вас и закрою. Вот когда захотели, сами идут. Они уже самостоятельно у нас. Идите, идите туда, идите к себе, идите, идите. Там у вас кушать уже стоит. О, они знают свое место. Вот. Mm-hmm.